Всем привет! Это очередная посылочка с Китая, вот, которая к нам пришла. И могу сказать, она упакована немножко не так, как посылочки приходят с Озона. Немножко по-другому. Тут она такая прям хлюпкая-хлюпкая. И видите, как тут все замотано. Ну, уехала она, конечно, с Китая. Тут уже немножко он порвалась. Вот. Но самое главное, что в ней внутри. Давайте же откроем и посмотрим. Ушатали они нашу посылку или не ушатали? Я надеюсь, конечно, что нет, потому что эта посылочка была очень долгожданной. Я ее очень ждал, но уже по первому виду, смотрите, согнутая коробка. По первому виду уже не очень. Это доставлялась она у нас почтой России. Вот она вся коробка по... Просто такое ощущение, как будто ее ударили вот сюда. Сверху ударили сюда. Это просто... Мне главное, чтобы она была целая внутри. Точнее, то, что внутри было целым. И там пассатоводы сейчас будут смотреть и облизываться, если она целая. И она целая, ребята, хоть ее и погнули, но она целая. И прям, смотрите, так, как указано на сайте, резиночка даже здесь. Пластмассочка вот эта прозрачная, вся здесь. Прям вот как было на сайте у Алиэкспресса. Ой, Алиэкспресса ж нельзя называть. Прям так, как на сайте у Алика. Смотрите. Ай, какие они красивые. Вот это просто огонь. Тут даже подсветочка стоит. Все на месте. А ну-ка, крутится. Туго, но крутится прям, прям, прям вообще песня. А здесь... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А дальше... А дальше не идет. Немножко не так, как у меня. У меня она еще дальше прокручивается. Но это, в принципе... Мелочь. А, да, здесь еще нету ручки, которая переключает. Вот. И здесь, да, вот он, этот ограничитель, который утыкается в корпус. Вот, видите, он уткнулся, поэтому она дальше и не крутится. Ну, это как бы можно пережить, ничего страшного. Вот. А зато здесь все регулировки, они прям клацают. Клац, клац, так по очереди. Клац, клац. Клац, просто песня. Это тоже пластик. У нас они идут на оригинале, они у нас вот эти вот рычажки идут алюминиевые. А здесь пластик. Вот. Ну, это здесь подсветка. Они вот, они уходят боковые. Это подсветка вот этих вот, они потом светятся. Вот. Что у нас тут корпуса? Эти все целенькие. Это тоже целенькая. Вот он раз. Он тросик заходит. Раз сюда цепляется. Тросик заходит. Два сюда цепляется. И здесь вот так вот подходит. Сюда цепляется. Здесь даже сделано еще одно крепление. Под вот сюда вот, которое идет заслонка. Ну, можно, конечно, заморочиться, его разобрать. И с оригинального переставить сюда эту заслонку с крутилкой. Но я этим заниматься не хочу. Вот я его... Блин, у меня прям есть желание его себе поставить. Ну, посмотрим. Может быть, и поставлю, если не продам. Короче, смотрите в описании под видео. Там я оставлю ссылочку, где я его заказывал. Вот оно пришло. Все как бы нормально, можете заметить. Если кому-то нужно, то уже будете знать, что я там заказывал. Вот оно у меня в руках. Все прекрасно, замечательно. Ну и если кто-то боится заказывать, то с небольшой наценкой я могу с ним расстаться и себе закажу другой. Просто пока у меня нету времени его ставить, но только для своих любимых подписчиков с небольшой наценкой я ее продам. Вот. Вот такой вот девайс. Вот так вот. Блин, просто песня. Хочется его пойти в гараж и установить на свою машину. Но, к сожалению, блин, работа не дает это сделать. Всем удачи. И если что, пишите.